Так, сейчас. А это теперь мне, наверное, следующее письмо. Ага, это письмо от моей старинной подруги. Одна из первых моих почитательниц начала века. Красотища, да? Значит, чему-то я научил. Чему-то я научил. О, здорово. Валера, здравствуй, слива желтая дала мне 5 ведер слив. Ну, нормально. Дали плоды первые 2 другие, которые от косточек. Одна желтая, вкусная, другая не похожа на сливу. Посмотри, похоже на маленький персик, только не опушенный. Дальше она присылает яблоки-гиганты. Видели? Здорово, да? Вот. Ну, как говорится, нашего полку не убывает. Вот. Наталья Синдеевна, спасибо, что разумляете нас. Вам спасибо. А дальше опять Троценко Павел. Он еще. Его канал. Это там информация тоже скапливается параллельно. Вот, давайте почитаем. При слишком обильном подмосковном урожае абрикоса ветки не выдержат и подламываются. Поэтому приходится по периметру дерева ставить опоры. Вот дожили. Уже без опор не можем. В этом году один из 2 железовских персиков, хасанский или минусинский, будет явно крупнее прошлогодних плодов. А, вспоминаем. Вот у медички. Видимо, растение заякорилось, наросла корневая, и персик пошел в рост. Второй, растущий на спортплощадке в песчаном кармане, выдал плоды в прошлогоднем варианте. Железо дает им вес 50-50 грамм, но то в Свиногорске. Значит, за МКАДом им все же комфортнее. Да, еще бы, конечно, в Подмосковье комфортнее, чем в Свиногорске. Когда-то считалось это вообще невозможно. Вы что думаете, где-то я добывал персик? Знаете, как я пришел? Сейчас покажу его. Ну, это абрикос, это там же. Вот. А теперь вернусь вот к этой фотографии. Для чего сейчас скажу? Вы понимаете, за что мне Бог дает такое счастье стать основателем нового направления? Поселок Сизая. Зима, морозы под 40. И меня, был у нас такой, почему был, царство небесное, Ярыгин, Иван Ярыгин, знаменитейший человек, вот, который, так сказать, прославил еще Советский Союз, двукратный олимпийский чемпион, он с ротом СИЗОЙ. Вот, а там его сестра музей организовала. При музее взяла, открыла эту самую, клуб садоводов. Ну, деревня не маленькая. Константин, читай лекции, а я в Саногорске. В зале бы, как я добирался туда, то на резиновой лодке, а зима. То, когда редко, когда это вдруг, оказывается, работал паром, вот, то пешком, когда строилась эта плотина, не Саяно-Шушенская, а Майнская, приходил полузамерзший, а там 15-20, 2-3 мужика, остальные женщины пожилого возраста, все пенсионерки. Я самый молодой. И все равно я не мог иначе. Я оттачивал язык, я читал лекции по садоводству. Они сидели, записывали. Все практически конспектировали. Это была не просто женщины пожилые, сизинские. Это я говорю не с каким-то там пренебрежением. Я говорю с огромным уважением. Это интеллигенция последняя была. Вы знаете, там была женщина, у которой гениальные стихи. Я слушал эти стихи и думал, господи, да тут этот Лермонтов отдыхает вместе с Есениным. Вот такие люди. А кому нужны ее стихи? Вот. Конечно, прошло 20 лет, 25, и, конечно, я нет живых этой гениальной женщины. А меня судьба подарила раздобыть в сезоне 3 разных вида деревьев. Помните шелковицу? Сизой. Эту информацию я получил, меня Бог отблагодарил. И вот этот, кстати, персик тоже. Супер крупная слива, значит, персик и шелковица. Люди подсказали, нашел все адреса, раздобыл.
И этот персик теперь по всей стране шагает. Помните, выше была фотография? После града дерево все усыпано персиками. Мне уже увольняться пора. Результат это всегда лучше у других, чем у меня. Вот. Вот так вот получается, что вот так и пошло. Один из двух железских персиков, хасанский или минусирский, будет явно крупнее прошлогодних. Ой, елки-палки, а где мои персики? А, ладно, у меня лежит десяток еще не съеденных. И все, кто приходит, говорит, съешьте, мне косточки нужны. Ну, уже я вижу, что мои мельче. Поэтому не буду хвастаться. Вдруг обсмеете меня. Вот, пожалуйста, железовские. Ну что, манжурцы, чем вам не нравится? А? Девчата с тимирязинки. Что вы за это самое из меня решили идиота делать? Какой-то металлург. Снова читаем. Это опять канал, который сделал мой друг, редактор моих книг. Вот этих вот книг. Павел Троценко. Смотрите, от него какая польза. Вот эта же информация бесценная. Итак, Владимир Владимирович. Владимиров. Татьяна, благодарю. Это самый поздний из 11. Остальные все оплодоносили. Видимо, я очень впечатлительный. Очень не хочется писать. Завистливый. И после того, как первое прочитал, увидел в интернете видео абрикосового рая Железова в Саяногорске, то потерял сон, аппетит, соответственно, похудел. Что это за... Как плохо на людей действует. Вот. Ребята, кто хочет похудеть, заходите на мой сайт, от зависти похудеете, ведь это здорово. Вот. То ли он с юмором, и повторяю, повторяю, то человек потерял сон, аппетит, похудел, что-то с пульсом, абрикосовая тахикардия, наверное. А тут еще и жена подзуживает, мол, абрикосы на рынке, не те, невкусно, видите ли, ей, вот и понеслось. Отвечает Татьяна. Владимир, я в абсолютном восторге. Многие знакомые сажали в МО абрикосы, но ни у кого толком ничего не получилось. Ну вот сравнивать. Ольга Сергеева ответила Татьяне. Татьяна, Вологде растут, грех в Москве не вырастить сегодня. Вот. Лидия Молодых. Владимир, скажите, пожалуйста, как зовут их выносливых абрикосов персики в МО? Отвечает Владимир Владимиров. Лидия, персики приобретаются у Железова. Он их называет хасанский и минусинский. Но эти названия, по всей видимости, народные, местные. В сортовом реестре их нет. 9 из 11 абрикосов тоже покупал у Железова в 2019 году. Маленькими саженцами. Все они привиты, и персики, в том числе, на дикий манжурский абрикос. Прямо купил по списку все сорта, какие у него были. А вот два самых больших и старых абрикосов покупал уже в большом размере и в возрасте около 3 метра. Ой-ё. Вот заметьте сейчас, в чем разница. 3 метра были. Ё-моё. Ком 100 килограмм. На садовом рынке на Тайнинке. У молдаван. Под названием Трюм Северный и Краснощеки. Или сын Краснощекова. Я уже не помню. Так как верить продавцам по сортам последнее дело. Там постоянный пересорт. И они были заражены манилиозом. Но он, конечно, не прав. Я говорю, манилиозом не заражается. Значит, они были больны, раз на них поселился манилиоз. На здоровых манилиоз не селится. Один из моих постулатов, ребята. За миллионы лет на триллионах деревьев грибы, в данном случае вспоминаем манилию, вспоминаем, ну, например, трутовик, вспоминаем паршу. Ну, а там еще запятая десятки, десятки, десятки. А, и повторяю, за миллионы лет триллионы на триллионах деревьев грибы не съели ни одной из триллионов-триллионов клеток. Это мой постулат, который лет через 100 появится и в учебниках, и люди перестанут дуримать. Так, теперь продолжаю. Они были заражены манилиозом, это те трехметровые, с которыми я борюсь каждый год.
Каждый год именно на этих двух абрикосах. Вы поняли? Не на моих. Ну, в смысле, наверное, абрикосы Сергея. Какой у них подвой, даже не представляю. Просто у любого абрикоса своя специфическая агротехника выращивания, тем более в дождливом Подмосковье. Этот год не в счет, вот здесь подробно рассказываю про свой абрикосовый опыт. Ну, а дальше я вот это не открывал и не умею. Так, ну, зачем купил, зато продал.